Ни бит, ни крашен, в серьезных авариях не был. В Новокузнецком аэропорту продают самолет по цене новой «Лады». Приценился и наш корреспондент из Кузбасса Денис Кузнецов. Сейчас в Спиченково на ремонте стоит спецборд правительства Казахстана. А на отдельной площадке вот эти тушки. Некоторые находятся здесь не один день и даже год. Собственник самолета Ту-154М, который выставили на продажу, только за обслуживание задолжал местным работникам почти 2,5 миллиона рублей. Новокузнецкий аэропорт Спиченково – единственное место за Уралом, где чинят Ту-154. Этот самолет закончился работы 5 лет назад. И за эти 5 лет он уже давно превратился в груду металлолома. Но спрос на него есть. Уже звонили потенциальные покупатели. В среднем на рынке подержанных самолетов цена за такую тушку колеблется в районе 2 миллионов. В данном случае объявленная стоимость всего 520 тысяч рублей. Правда, по словам руководителя Новокузнецкого аэропорта Виктора Белозерова, отсюда этот самолет улететь уже не сможет. Его разобрать, то есть демонтировать, просто так взять, распилить и сдать в утиль невозможно. Его надо аккуратно снимать двигатели, потому что там и керосин, и не допускается розлив, и может быть воспламенение, и пожар, и прочее. Поэтому демонтировать только двигатель 260 тысяч рублей – это минимум, а их 3. Связаться с собственником достаточно сложно. Компания уже 5 лет в стадии банкротства. Офис находится в Норильске, в простой квартире. На балансе компании числится еще 3 таких же лайнера. По цене от подержанной иномарки до хорошего внедорожника. Денис Кузнецов, Алексей Гладков. Новости здесь, Кузбасс.